Это моя жизнь. Это мой блог. Видеоблог Сергея Шедловского. Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на берегу Днепра. И этот мой очередной видеоблог записываю прямо на улице, держа мобильный телефон в своей руке. И хотя мы теряем в качестве записи, тем не менее выигрываем в мобильности. И поэтому не обессудьте за качество, за дрожащую картинку у вас на мониторе. Это не дрожит ваш монитор, это дрожит моя рука. И я с радостью приглашаю вас в тур в Южную Корею. В октябре месяце мы туда едем, но тем не менее уже сейчас можно приобретать путевки, потому что чем раньше, тем дешевле. И в Южной Корее мы с вами посетим церковь Йонгичо, будем на воскресном богослужении. Мы посетим молитвенную гору Йонгичо, будем молиться в кельях. Мы посетим музей пробуждения и узнаем историю пробуждения Южной Кореи и причины этого пробуждения. Мы с вами узнаем историю церкви Йонгичо во всех подробностях. Мы с вами посетим стадион и будем на стадионе молиться с корейскими христианами не только за Южную Корею, но за свои народы. Мы с вами посетим конференцию роста церкви, на которой будет проповедовать пастор Йонгичо и также пасторы многотысячных церквей со всего мира. Благословений выше крыши, как вы видите. И так как я лично был уже 2 раза в Южной Корее, поверьте, одно из самых ценных, что мы с вами получим в этой земле, это видение, цель, мечту. Иметь такое же Божье движение в нашей земле. Если у человека появляется новая цель, новая мечта, новая картинка в его разуме, то этот человек изменится навсегда. Он будет по-другому молиться, по-другому действовать. Захочется тогда делать всякие всеобщие молитвы за пробуждение, еще усерднее служить Богу, чтобы приблизить исполнение Божьего обетования и для нашей земли, чтобы наша земля была наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Присоединяйтесь, дорогие, и особенно радостная новость, что если вы присоединитесь к этому туру в апреле месяце до 1 мая, то стоимость будет максимально низкой, потому что дешево стоят билеты на самолет, гостиницы. Чем раньше, тем дешевле. Потому присоединяйтесь, особенно это касается для украинцев, потому что мы отсюда организовываем такой особенный рейс, и поэтому все будет еще дешевле. Но и для всех стран со всего мира я хочу сказать, присоединяйтесь, особенно в апреле месяце, хотя в принципе даже чуть ли не до последнего момента мы будем принимать заявки, просто с каждым месяцем это будет стоить для вас больше. Потому подумайте об этом и присоединяйтесь быстрее. Люблю вас, благословляю и желаю вам, чтобы Божье пробуждение пришло в вашу семью, в ваши отношения с Богом, в ваш дом, чтобы Божье пробуждение и движение Духа Святого пришло в вашу церковь, пришло в ваш город и в ваш народ, чтобы каждый человек знал Господа близко и в вашей семье, в вашем роду и в вашей стране. Люблю вас с Господом!